Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Garmin Enduro 2. И сейчас я покажу вам, как поменять функции кнопочек данных часов. Итак, для этого мы зажимаем кнопочку меню. Далее проходим вниз до системы. И здесь мы выбираем горячие клавиши. И теперь мы можем выбрать для любой клавиши какую-либо функцию. Например, вот для кнопочки старт вот этой мы можем выбрать, например, блокировка, разблокировка устройства. Далее. Здесь мы также можем поменять для вот этой кнопочки что-нибудь другое, поставить вместо циферблата. Можем оставить циферблат, в принципе. Далее. В общем, так мы можем сделать для абсолютно любой кнопочки. Там Start плюс Up, Back плюс Light, Back плюс Up и так далее. Вот. И, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.